По ситуации в городе, на сегодня у нас работает 110 единиц спецтехники, 2500 сотрудников наших коммунальных служб. Все объекты жизнедеятельности сегодня находятся в рабочем состоянии. Все школы и детские садики сегодня не функционируют, и мы продлим каникулы завтра, 28 февраля и 1 марта, в четверг. Сегодня была проведена беседа с Геннадием Леонидовичем Трухановым. Он находится в командировке в Киеве. Я проинформировал о ситуации в городе, что ситуация находится под контролем. Все наши службы работают в круглосуточном режиме. Все объекты жизнедеятельности функционируют. И мы обеспечили полностью проезд общегородского транспорта и горэлектротранс, и маршрутные такси в полном объеме вышли на маршруты. У нас вторая волна циклона планируется 28 февраля на территории города. С утра сильный снегопад, порывы ветра до 20 метров в секунду, поэтому мы продлили каникулы, можно так сказать, детям в школьных, ну и дошкольные учреждения будут закрыты эти два дня. Обращаемся к жителям города без острой необходимости не выезжать на дороги города, также без острой необходимости не выходить на улицу, потому что погодные условия остаются очень сложными. И до конца недели обещают сильные снегопады, сильные порывы ветра и минус 15 ночью до минус 10 днем.